Продолжаем трансляцию. Обладатель Кубка России 2017 Яна Егорян. Яна, поздравляю с победным возвращением. Давно вас не было на российских соревнованиях. Как вам вообще вот здесь атмосфера? Скучали ли? Ну и правда, меня очень давно не было на российских соревнованиях, и это было что-то опять новое, потому что фехтовать группы — это всегда сложно для спортсменов, которые сразу на 15 фехтуют. Было сложно, но я справилась, я очень рада, атмосфера была хорошая. Правда, очень жаль, что очень сетка сложилась так, что большинство спортсменов со сборной, с которыми я тренируюсь, они в начале соревнований уже встретились друг с другом. И, в принципе, люди, которые были достойны быть тоже в тройке находиться, они выбыли в самом начале соревнований. А кого вы можете отметить из своих соперников за сегодняшний день? Я не буду никого отмечать из соперников. Соперники все соперники в первую очередь. Нету слабых, сильных. Хорошо. Вопрос по сезону, да? Как вообще входите в сезон? Недавно так была травма, уже восстановились. Какие планы, какие вообще вот ощущения? Вхожу я в сезон, конечно же, тяжело, потому что у меня что ни день, то травма. И это, естественно, сказывается на моем выступлении на международной арене. И даже вопрос стоял здесь, сюда ли, смогу ли я поехать, но благо я восстанавливалась, у меня хорошие врачи, которые меня собирают. В принципе, я не хочу, чтобы как-то люди считали, что я там вернулась, Егорян возвращается. На самом деле я никуда не уходила, просто больше появилась ответственности на мне, потому что многие девочки ушли. И получается, как бы сейчас все надеются на меня. И поэтому, когда ты не оправдываешь этот результат, а тут раз ты попала куда-то, сразу: о, Егорян вернулся. Нет, это не так, я никуда не уходила, я буду работать, я стараюсь, я восстанавливаюсь и надеюсь, что все будет так же, как на этих соревнованиях. Спасибо, Яна, еще раз поздравляем вас с победой. Благодарю. Чао, какао.